Ну, для начала, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, сегодняшний матч. Чего не хватило команде для победы? Забить еще один гол. А в стартовом периоде выглядели как-то скованно. С чем это было связано? Я не знаю. Ну, во втором, в третьем периоде команда играла совершенно по-другому. Что поменяли? Что поменяли? Стали лучше двигаться. И сразу появились моменты. В последних двух матчах не было голов в равных составах. Есть мнение, почему это так? Нам надо играть лучше, чем мы играли сегодня и последнюю игру. Тогда будем забивать.